прошлого сезона футболисты «Форте» проводили в Москве на стадионе «Спартаковец» имени Андрея Петровича Старостина с командой «Родина-2». Не дав сопернику возможности приспособиться к искусственному газону, хозяева начали осаду ворот «Форте». На 10-й минуте мог отличиться Валерий Соломаха, но с острого угла отправил мяч рядом со стойкой ворот. А на 18-й минуте нападающий москвичей Никита Голдобин прошел по флангу, войдя в штрафную площадь таганросов и, обыграв Никиту Чистякова, перебросил мяч через вышедшего ему навстречу Вадима Лукьянова. Хозяева повели 1-0. Никита Голдобин, лидер команды. Забив гол, москвичи продолжили атаковать. Одна из их атак на 37-й минуте встречи закончилась назначением пенальти в ворота гостей. К точке подошел Никита Голдобин и пробил точно в девятку. 2-0. 2-0. 2-0. Счет становится в пользу Родины 2. На 40-й минуте мог отличиться таганрожец Никита Чистяков, но его мощный удар отразил вратарь Родины Дэвид Сангаре. На второй тайм таганрожцы вышли с боевым настроем, и уже на 48-й минуте мог изменить счет Егор Тоцкий, но не дотянулся до мяча после отличной передачи Ратмира Машезова. И все же гол состоялся. На 71-й минуте Муслим Шикбабаев прострелил вдоль линии вратарской, и Дмитрий Лаврищев отправил мяч в ворота Дэвида Сангаре. 2-1. Еще через несколько минут москвич Никита Голдобин мог записать на свой счет хит-трик, но здорово сыграл наш вратарь Вадим Лукьянов. И уже в самом конце встречи мог принести очко своей команде Муслим Шикбабаев, но из выгодной позиции головой пробил мимо ворот. Итак, досадное поражение в первой игре сезона со счетом 2-1. И вместе с этим звучит финальный свисток, который фиксирует победу команды «Родина-2» над «Форте» со счетом 2-1.